Всем привет! Решили вот сейчас в подвале, где у нас мастерская, начинать менять краны. Новый слесарь, ну как, Серега, вы его знаете, тут был Михалыч, он что-то нифига не делал. Но вот решили начать вот с этого стояка. Этот поменяем, и вот этот поменяем на вот эти, и вот этот поменяем. Аварийщики приехали, раздолбили. Было забито. Долбили. Все, сварку откатываем. Теперь течет вот там, здесь. Походу, ливень на отводах. Но мы этого не видели. Здесь, в подвал. Я целый день не вылазил с подвала. Уже вон. В общем, пока. Все течет. Короче. А надо было просто вытащить. Тут была глушка. Деревянная забита. Вытащить и прочистить. Ну вот такие у нас аварийщики. Короче, сейчас меняем. Вот так, если все удачно пойдет, то отлично. Так, где мне резануть? Блин. Ладно, резану перед стыком. Все, пробуем. Да я примеряю только ключ. Я буду что крутить. Ну зато убери, Паша, крути. Так пойдет. Ну вот так вот тогда и беру правильно. Все, правильно. Ты на закрутку. Какой я буду откручивать? Да. Да. Ну давай. Ну все, пойдет. Пережиток прошлого. Сколько у меня килограмм? Блять, а раньше ремонтировали. Ну а что, вот сейчас мы там головки поменяем, будешь ремонтировать. Сейчас просто эти, сейчас никто не знает, как их ремонтировать, Лёшку спросить тогда. Он когда их набивал. Так, смотри, у меня лисица хуярит, все шланги пробьешь. Ебать тут резьбы, как нас гонят. О, теперь можно и подышать. Остатки былой роскоши. Так, а вкрутится сюда тот-то. Канализация не будет мешать. А да? Это нафиг убрать можно. Пока мест. Столбик мой, блин, приспособил. Гад. Блин, придется вот отсюда, блин, менять. Видишь, капает. Отсюда менять, блядь. Надо еще материалы. Ну, у тебя не хватает? Поглядеть, может, у них там валяется. Может, у меня там все чердит.
Давай, крути. Давай, пока воду сделаем. Да. Резьба нормальная вроде, да? Да, нормально. Так. Не-не. Смотри, сколько тут. Высокотная. А тут еще докрутить. Да, он там не докрутится. А иначе никак не получается, только так. Такие вот зазоры и такие эти, как это называется, не по диаметру, короче, ну. Иначе никак. Во. Так. Горячий, нифига себе, остужай. Так, и тут. Вот так получается, иначе никак. В общем, варим. Что-то она сама остыла. Да я полил водой. А, блин, ну вот тут хрен, ну по шву она, вот тут шов на трубе. А вот тут разъела, ну блин, заляпал, не знаю. Может, надо было кусок, а нету куска у меня. Поменять. Так, теперь холодная. Внести кусок. Да что ж теперь, ну, ладно, уж приварил так резьбу. Потекет тогда.
твою мать, а. Охуеть, блядь, что вы там обосрались, а. Проволочку не эту, не подкинешь там, на церковь. Ну, канализацию хотели поменять, но сегодня, наверное, не получится, провозились долго с этим, и материала у нас не хватает. Так, тут. Так, можно закрыть спусканик. Чик-чик-чик-чик. Где мы еще открывали? Этот не открывал я. Этот не открывал. Не. Ладно, закроешь потом. В общем, сейчас сматываем и включаем. Система едет. Закрыли, промыли. Закрыл. Так, ну, надеюсь, на этом все, целый день. Поднимается. Не, ну вода-то есть, уже я открыл. Течки не видно, пришлось вот это переваривать, тут свищ был. Холодная, вся в конденсате.
Ну. Теперь у нас стояк работает. Еще канализацию поменять. Да, эти стояки, ну куда идут они? Какие? Спаренный стояк. Однокомнатная и торцевая, двухкомнатная. Или подкрути его. Да лучше открой до конца, да и пусть будет вода. А эти уже контролы, блядь, жир остается. Да тут, видать, ремонт делали тогда. Там на 11-м, на 12-м купили квартиры. И все сливали. И она тут закоксовалась полностью. Вот я хотел ее там пробить, нахуй. Главное, на втором этаже у ней бах, резьба оторвалась на холодной воде. Вальку залило с первой, со второй квартиры. Неделя проходит, бах, тут канализация забивается, и к ней опять все, квартиру, все говно. Ой-ей, что-то не видно, что-то она перестала выходить, либо уже кряк подходит. Тихонечко. Да, давление. Ну и все. Мы молодцы, у Маши. Все.